Здравствуйте. Мы группа Нева, город Екатеринбург. Это что-то, это стук по крыше. Это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Это что-то, это стук по крыше. Это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Понравилась энергия, понравилось владение, опять же, пианофорте. В одной фразе, когда происходит развитие, это всегда привлекает внимание слушателя. Независимо от того, думает он там пиано, это не пиано, это просто забирает, привлекает внимание. Ну и энергия, которая, безусловно, присутствует в каждом звуке, в каждом движении. Это что-то, это стук по крыше, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Очень приятно, что у нас сегодня такое количество людей играют на музыкальных инструментах. И нет такого, знаете, разлива, такого вот ширпотреба, который очень часто видишь и слышишь. Клево, молодцы. Днем и ночью счастье зову. Заблудился в темном лесу я. Ничего другого на ум. Всего 16 лет, таких изысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный кровь. Мы и спектакль посмотрели, и послушали очень хорошую музыку. Есть в Красном парке черный пруд, там лилии цветут. Очень убедительно, и что самое главное, присутствует равновесие в актерстве и в голосе, понимаете? Мне, конечно, понравилось. Крепкие ребята. Вы любили, конечно, просто работы, то, что вы придумали эту пятичастную форму со всякими там наворотами. Дудук был действительно гениальный. Очень вкусный, тонкий. Ребята, вы реально удивляете. Ну, просто видно действительно, что вы настолько запарились и отнеслись к этому. Вы так деликатно себя ведете, вы не выпендриваетесь своей крутизной, вы делитесь ею. И я не знаю, что там будет, но я очень хочу вас слышать еще. Ну что ж, теперь придется делать очень непростой выбор. Я приглашаю на эту сцену Иделию Мухамедзянову. Взяли бы сейчас, вот объединились, понимаете, хотя бы, скажем, на вот на момент проекта. На самом деле, Д'Артаньян, не подведи. У нас испокон веков бытовало одно и то же мнение. Нас четверо, я не знаю, как это сделать. Мне кажется, мы один за всех и все за одного. Понимаете, вот в чем? Вот я расстроилась на самом деле. Я не могу сейчас... Потому что, ну что вот стоило взять, вот действительно крутануть вот так и сказать, хорошо, давайте, мы объединяемся. Вы бы поставили в такое странное положение весь этот формат, вы бы его сломали, она бы вам не помешала. При чем здесь мушкетеры-то? Потому что музыка... Это все-таки не для меня не конкурсы, не соревнования, а в первую очередь это любовь. И ради этого можно все-таки было на несколько месяцев поэкспериментировать. И, понимаете, сливать эту девочку сейчас нельзя. Я обиделась из-за тебя на него. Нельзя так с девочками. Я говорю за тебя. Спасибо. Иделия. Итак, Владимир Пресняков, Диана Арбенина и Елена Ваенга голосуют за Иделию Мухамедзянову. Иделия, вы проходите в полуфинал. Спасибо. Когда мы решили от них отказаться, словилась бы на мысли о том, что выступают следующие участники, а я думаю про этих парней. Поэтому здорово, что мы их вернули. Добрая сказка с хорошим концом. Синие звезды горят над прудом. Кто звука не издал, да? Ага. Слушали, просто слушали.
Это надо уметь заставить превратиться во внимание всех слушателей. И такое необыкновенно трогательное ваше отношение к этой песне, такое бережное, такое по-детски какое-то счастливое, восторженное, не знаю, какие еще эпитеты найти. Ну как тут скажешь «нет», только «да». Конечно, заворожили. Потрясающе. И я чувствую, что вы, конечно, очень хорошо поработали. Я говорю, да, конечно, да. У меня 3 годика моему сыночку, которую я не видела из-за гастролей 1,5 месяца. Ну что я могу делать, когда кристальным, чистым, знаете, хочу сказать, белорусским голосом, как у песнеров, ну в хорошем смысле, вот этим кристальным, у меня мама, милая мама, я уже сижу, думаю, Господи. Милая мама, ля-ли-ля, 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 ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, Иван Царевич, да сел на серого волка, ой да, поехала долго, далеко, далеко ли далеко. Ребят, дорогие, спасибо вам огромное. Мне очень понравилось, вы знаете. И как вы пели, мне очень понравилась аранжировка. Это с таким вкусом, так тонко, прекрасно. Ведь там, где вы поете вот такую прессовую песню, там же в оркестре, там все заняты, все играют, целый эпизод. Я думаю, что они будут там делать? И как вы сделали своим прекрасным маленьким составом? Вот замечательно пели. Огромное вам спасибо. Мне очень понравилось, очень. Встану под вечер над полем притишим, снова твой ласковый голос услышу. Милая мама, милая мама, милая мама. Добрая сказка, которую принесла группа «Нева».
Или сам
Я на себя
Наверное, ты знаешь, что ты меня можешь, и мне всегда с тобой было.
Еще много исполнено.
нормально говори. Обычно... Можно, да? Да, все на самом деле гораздо проще. У него за кулисами стоит его учитель по вокалу. О, да, кстати. Сам, который научил его петь. Вот, и поэтому он стесняется. Давайте тогда это, петь будем. Александр, я так волнуюсь, я на голову сын так не волновался, как в шале. Ой, ребята. Thank you.
Whoa!
друзья. Thank you.
Thank you.
Скажите, вы что делаете 6 апреля? Заняты? Ну, блин, вечером нет. Одноклассников встречаю. 6 апреля? Есть кое-что, что нужно делать для этого просто, чтобы взяли. У нас будет концерт просто в Екатеринбурге. Мне так нравится, как вы нас принимаете просто. Нам нужны такие люди. Во дворце молодежи. Будет концерт. Вот. Мы очень хотим, чтобы все пришли. Вы придете, ладно? Спасибо. Блин, опять же задорил всех. У нас грустный блок, кажется. Простите, пожалуйста. Давайте соберемся, серьезно сейчас, никакого юмора. Ну что вы, простишь уже, почему вы видите? Гитара уже не может просто играть. Я раньше не видел такого.
Thank you.
В темном лесу сторожит.
слышу. Я
сети не ваша ли, и мы, естественно, сформируем некий фотоотчет. И вот, спасибо, что вы нам помогаете.
друзья, и незаметно полетело все это время. Все, сколько уже времени прошло? Никто не смотрит на часы. Ой, так приятно. Если Кирилл, знаете, ну когда уже? Ну давай, ну мы улетаем. Без 29? А дискотека во сколько? Уже индиго? Я просто плохо вижу, у меня там Титаник едет на меня. Вот если вы посмотрите, то как бы... О! О! Я думал, а наверное, можно, я думал, 20 человек на присаду. На самом деле, как-то незаметно подошло время к концу. И мы исполним сейчас заключительную песню. Кто сделал даже? Прожженные сидят, кто-то уже знает, какую песню заканчиваем концерты. Есть в зале мечтатели, те люди, которые любят мечтать. Молодцы. Ну вот сидите, мечтайте так. А реалисты есть в зале, те, кто думает, да, мечты и все. Есть такие. А что за люди остальные, которые не подняли руки, когда я спросил, есть мечтатели? У них есть цели. Друзья, у нас традиционно момент единения всегда происходит. Давайте возьмемся за руки. Свет, руки поднимите, пожалуйста. Да, вверх. Это не секта, это просто песня. Если что, не надо ничего делать. Воду заряжать не будем, все нормально. Вот, и так 6 часов. Развивай, я с них пошел. 5 часов. Да, ну, у них руки затекли уже всех, они уже вот так сидят, уже харенькие лисы начнут пить сейчас. Друзья, руки вверх, как звучит правильно. Oh,
чуть лучше. Я им дарю награды. Я считаю, Олеся Александровна, прекрасный души человек, и по согласительности у меня мама. Спасибо ей за все. Она была в храме на каждом этапе проекта. С ней бросала, она сюда ездила, приезжала. Была душой нашей делегации. Спасибо вам огромное.